Велюра Исандавлетова. Моя однокурсница и удивительный человек. Мастер наш, профессор Александр Степанович Кочетков, называл ее башкирской Ноной Мордюковой. Она действительно всегда как бы вела себя очень нестандартно, интересно. И вот ее простота душевная, ее как бы открытость проявилась в ее картинах. И изначально, начиная работать, еще снимая студенческие свои картины, она брала темы острые, злободневные, и всегда с иронией и с юмором. Конечно, у нее есть и серьезные работы, вот, но так как она сама девушка из деревни и хорошо знает простых людей, жизнь простых людей, соответственно, ее картины всегда очень богатые образами, персонажами. И как документалист она, конечно, глубоко очень входит в материал, раскрывает людей, их характеры и умеет общаться и находить новых героев. Вот. Поэтому я считаю, что Велюра, конечно же, внесла достойный, серьезный вклад в наше кино, башкирское кино. Комбайн штурвал ортного тройнта, мизин нимелеке, штэн нимелеке, шоуда, автобусе, то шлеп, все армия насын шлеген, и что наша шлеген, и шоуда, и шлеп турган шлеп, дұрысын біле әйткенде бит жоқ. Ешілер шетке кетелер, көбірек оқшашларге шында. Әнді яңы комбайнер оларға бит оқша керек, бітін көп керек оңа. Болған комбайнерлерді істеді, жиып, үшілерге өлі адамын.